1 декабря прошло торжественное открытие предприятия быстрого обслуживания «Макдональдс». Ресторан начал работать раньше, а сейчас открылся, что называется, официально. На этом мероприятии были дети из Солнечногорского детского приюта. Среди почетных гостей вместе с главой района в «Макдональдс» пришли руководители различных отделов администрации, организаций, а также главный врач Центра санэпидемнадзора. Действительно хорошо, что идет продвижение цивилизации, наш город. И поскольку ваши учреждения давно уже апробированы и за эти 8 лет доказали, что они очень стабильны. В этот же день на Красной 178 первые лица района открыли новое медучреждение «Интрамед». Сеть таких клиник распространена по Москве, Зеленограду. Гостям представили ведущих специалистов «Интрамеда», благочинный церквей Солнечногорского округа подарил клинике икону и осветил новые помещения святой водой.